В Беларусь возвращается мода на детские игрушки в стиле ретро. В Могилеве разработали и запустили в производство кукол, которые изображают людей разных профессий. Последний раз похожая серия выпускалась еще в далекие 80-е. Теперь выбор стал заметно больше. В новой серии есть даже инспекторы ГАИ и спасатели МЧС. Там, где рождаются игрушки, побывал Юрий Прокопенко. Мам, смотри, какой поваренок, давай купим. Восьмилетняя Влада не избалованный ребенок. Обычно в игрушечных магазинах не выпрашивают у родителей купить куклу или конструктор, но не в этот раз. У меня есть много кукол, я их хочу посадить за стол, и этот повар Борис будет им готовить. На прилавках белорусских магазинов игрушек появились куклы, изображающие людей самых разных профессий. Это отечественная продукция. В линейке «Профи» 12 моделей. Куклы-девочки в образе медсестер, музыкантов, цветочниц. Среди мужских профессий – строитель, пожарный, инспектор ГАИ и даже моряк. У каждого свое имя. Выбор имен был абсолютно случайен. Конкретно смотрелось по образу. Борис подошел к этому человеку. Мы решили, пускай будет Борис. Дима. Понравился вот к этому. Ну вот и все. Это могилевское предприятие единственный в стране кукольный роддом. Именно здесь появляются на свет пластмассовые человечки. Выплавка деталей – дело исключительно мужских рук. Женщины шьют парики, наряды, причесывают, одевают. Можно сказать, продолжают играть, но уже по-взрослому. В детстве шила куклам платье. Но никогда не подумала, что вырасту и буду этим заниматься как бы всерьез, что это будет моя работа. А это стол сборки готовых деталей. Можно сказать, именно здесь рождается кукла. Скажите, тяжело работать? Очень тяжело, но надо научиться, чтобы быстренько работать, чтобы наши покупатели быстро увидели красивых наших кукол. Разработчики планируют увеличить линейку «Профи» новыми образами, обещают подумать над моделью журналиста. А пока 8-летняя Влада счастливо идет домой. Сегодня ее кукол будет кормить повар Борис. Юрий Прокопенко, Василий Лысенков, телекомпания СТВ, Могилев.